Всем привет! Вы попали на канал Heartless.info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как изменить данные трансляции на Твиче. Итак, открываем Твич, переходим в режим автора, листаем немного ниже и видим здесь вкладку «Изменить данные». Нажимаем, и здесь мы можем изменить название, указать, что будет написано в уведомлении о трансляции, тестинг, поменять нашу категорию, указать какие-либо теги или их убрать, выбрать какие-либо метки. У нас ничего такого нет, у нас всего лишь Clash Royale. Поменять язык, ищем русский, сохраняем. Можем поделиться ссылкой на канал, нажимаем «Готово», после чего данные о нашем стриме будут изменены. Если этот ролик оказался для вас полезным, оставьте какой-либо отзыв в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и всем удачи!